Итак, будем говорить о языке Scala. Что это такое? Чтобы понять, что это такое, я посмотрел на ваш сайт Scala и взял определение, которое они рассказывают, ставят, и пытался уже посчитать. Вот то, что Greek Mystical, то есть это язык общего значения, который приватный, краткий, фиксированный, бессонтрируется функциональное декоративное программирование. Задача разработчикам определить Когда что-то определили, мы какой вопрос? Первое. А почему Java разработчикам? То есть что такое, чем выделяется, да? И второе, почему люди считают капризированным в одном ряду с кратким или равным? Это ведь любой метод систематиков. Да? Ну, подумаем чуть позже. Первое, почему Java? Исторически, Scala — это язык, который апеллируется на Java Virtual. Есть версии для FLR и LLM. Знаете, сколько это? Но они все элементарно одинаковые, которые те, кто работают с Scala, работают на Java. Библиотеки Scala и Java стоят заменяемы в том плане, что из Scala можно использовать любую библиотеку. Java, соответственно, можно использовать все, что угодно. И также есть некоторые специальные библиотеки для Scala, которые расставляют интерфейс удобных программистов. Ну, например, есть известные компании, которые разрабатывают под АКО. АКО — это Scala Certificate, о нем как речь. Вот, на Java. Потому что им долго пользуются библиотеки Scala, и все Scala Runtime в сети и Java. И находится в одном контексте с остальными Java языками, просто потому что автор Scala, Мартин Десли, это человек, который ввел в дженерике в GDK-1.5. Если помните, в GDK-1.4 и GDK-1.5 все отличаются. Там были введены GDK-1.5 класса, которые, ну, или шаблонский плюс, которые за 5 дней снова не изыскали. Итак, типизация. Ну, кто понял, что типизация вообще? А что это? Это указание типа данных для некоторой области памяти. То есть указание ограничений на хранимые в этой области памяти данных. А, это они могут быть дискретические. Да, статика это указывается при компиляции и при рантайме не меняется, динамически может меняться в рантайме. Да, абсолютно верно. Так вот. И есть такой, как бы сказать, дискус, да, о том, что люди из логистики, сколько программирования динамических между собой ругаются, в том числе динамическая синхронизация. Почему? Потому что в динамической синхронизации мы можем писать очень хватко или указывать очки, например, а в синхронизации мы должны искать компилятор, что делает какой-то современный, и это мы должны попробовать. В Scala реализован логик. Это статическая компиляция, но без голословности. А именно, мы можем написать вот такой выражение, равно организатор. И компилятор вычислит, что у организатора есть тип дрема, и достроит какой-то пример. Ну, сказал, вот именно поэтому там написано, там типизировано, если это потом консолидатор, потому что то, что ребята типизировано одновременно, и сейчас это уже новость. Мы знаем, что твой тип появился в C-Sharp 3.0 и в C++11x. Но на момент написания этого текста, да, это была новость. Поэтому люди подхватывались типизации в этих типов в отделении. Еще вопрос, а еще как типизация бывает? Вот здесь динамическая, вы считаете? Вывод типов? Нет. Ну, давайте просто это зачитаем. Ну, есть без типа вообще под X. Точно, язык SL, да, действительно. То есть, у тебя язык SL, взялся сам. У нас без типа языки еще есть, которые совсем другие цвета. Вот. Теперь посмотрим на объектно-ориентированную сторону вещей. Тут все на самом деле очень похоже на C-Sharp и на Java. Смотрим, что у нас есть какой-то самый главный тип, да? Но есть отличие, в Java у нас нет типа гоняющего значения и ссылки, а в
скале есть. Тут мы видим последовательность значений. Тут NIF это на самом деле аналог как бы, объектов, диалог вообще, ссылочный тип. Вот. Ну и есть как бы, минимальный ссылочный тип для ну, и самый-самый минимальный тип NAS, который как бы, объект типа NAS в реальности не существует. Но нам удобно формально иметь такой тип, чтобы мы могли посчитать тип любого объекта. В дальнейшем мы будем говорить, что тип является потомком Y и наследство Y просто учит такого значка. И мы знаем, что если тип X меньше времени, и для всех X значит меньше связаться. И как есть функцию, которая делает 15, вот пример, да? Единственный как бы тварный связаться нас, да? Вот, это XF, которая функция означает значение действительности. Такая немножко формальная. Вот. На самом деле мы типа будем говорить не очень долго. Больше часть типа я сразу потом. Мы будем говорить про выполнение, то есть больше кого-то функционально все. Что такое функции? Это просто, если мы смотрим со стороны объекта и генового мира, то это просто такое реализация интерфейса. То есть это реализация интерфейса function, скажем, интерфейса нет, то есть это есть коррекция. Я позже скажу, что это такое. Но потом он считает, что это интерфейс, которым можно еще реализация, да? То есть потом есть биотеки, как лайк. Вот если мы такой напишем, то мы получим функцию. И стали еще часто-часто две записи одновременно. Записи сами себе, function 0, function 1, function 2 и так далее. Вот. И запись в функциональную стиму, когда у нас здесь слева входной тип, потом идет стрелочка, потом область врага. То есть он будет тут область значения, а здесь область значения, а здесь область рамки. То есть функция 0 здесь синоним это функция ничего, функция x это функция из x или вот тут тоже такое значение, обычно пишут из скобочки, да, а для функции из другого аргумента 1 аргумент скобочка для рамки. И функция двух аргументов как функция 2. Как мы можем функцию написать? Ну, мы можем, ну, по-обычному, мы можем использовать либо функционализм, здесь есть просто, здесь x, здесь есть какое-то выражение, вот. Либо то же самое можно написать с помощью объектов синтеза, то есть так же, как в Java или C++. И, наконец, Rail, что такое Rail? Как я вам говорил, это вот есть интерфейсы. Если мы помним, в Java интерфейсах можно писать только определение метода, но нельзя писать реализацию. Create это как раз определение с методами и с реализациями. Как оно работает? Когда мы пишем класс extension ASB, то у нас склад компилятора генерирует для Create интерфейсы их разные классы. Буквально разворачивает лицензию, соответствующую трудам бизнеса. Ну, именно поэтому мы сказали, что встали настоящие множественные исследования и настоящие исследования поведения. А потом мы можем здесь видеть очень похоже, главное, мы знаем, что это определение переменной, да, неизменяемой, да, вот, классовой. И вот это выражение, соответственно, да, вариантный ключ. А чем класс чек интерфейсов? Тем, что только класс на конструкторах. Который класс был инициирован оператором U. Тут мы видим вот этот параметр, да? Это параметр конструктора. В скале у каждого класса есть главный конструктор. Если вы подсветите параметр, то есть главный параметр. А тело конструктора это то, что написано прямо вот перед ним класса, без кипления.
еще мы помним, что когда мы писали отдельные функции, то мы писали вот так вот. Create function minus x plus y. Что это за минус x плюс y? Это ковариант с контрариантность типов. Что это означает? Мы спалим плюс x означает ковариантность, а минус x контрариантность. Ковариантность это то, что любой потомок x можно поставить вместо x. Например, скажем, в Java, если мы определили лист от Тимура, да? Ну, лист от Шейк, да? То лист от Фой, как правило, не может быть под, не является потом лист от Шейк. Ну, это неудобно, да? Именно из-за этого была задумана ковариантность. Ну, в Java есть выражение, да, соответствующее XMFix, которое иногда используется, и также есть CFR. То есть тут мы каких-то особых позиций по сравнению с языками не имеем, ну, тем более один, да, но суть тоже. Вот вариант, когда у нас расширение. То есть у нас функция от x y остается функцией от x y, да, если мы расширим область деления. Ну или поставим любого родителя x вместо x. Один вариантность, это называется постфункция. Вот. Хорошо, как сделать функцию с методом, мы знаем. Метод задумывается функцией, да? Допустим, у нас есть вот такая, мы поняли, что здесь класс, так, для, да? Ну, тут такое, так, вот. И у нас есть какой-то метод. Да, да? Да, мы сходили из этого метода, ну и переменную эволюцию на этих. Вот. Да, можно функцию взять метод таким образом. Да? Почему здесь тип стоит? Потому что дискретизация, как раз одним из понятий, что это разница, либо это экстенция. Здесь экстенция подчеркивается. Да? Что я хочу? Я хочу, это означает, что, что мы взяли какую-то переменную с этой стороны и ее поставили вот сюда, с этой стороны. Это просто сокращение. Такие записи. Когда работаю в толком с такой плотной записью, то она становится естественной и считается очень легко. Это точно так же, как векторное исчисление при переходе к. Мы можем матрицы писать столбиками, да, и писать все определяющие одновременно деревья, мы можем использовать разные деревья. Вот давайте теперь посмотрим на такое выражение. Один кустов, вот, значит, тут плюс, да? Один кустов, ну это что? Это range. Результат применения точек к единице. То есть в этих операторах скала может записан просто вот так прямо. Да? А вот это вот как раз тот пример, о котором я говорил. То самое, что x y, два перемены, да, x плюс y. Просто как вот казалось. Ну, сейчас мы вернемся. Дальше написана ошибка, потому что дальше написано for left, а на самом деле в пределе написано for right. Это я вот так сейчас заметил. Так написал, не помню. Вот. Итак, мы достаточно научили, чтобы за что знаем, да, чтобы понимать самые простые выражения. Итак, что у нас есть? Последовательность, да? Сколько их в x или в z? Результат является последний элемент, да? Потом у нас есть if, ну, if, если можно так выразиться. Потом цикл y, if, for. А вот тут интересно. Цикл for стало это фактически синтаксис для вызова метода. То есть вот такой синтаксис for x это то самое, что вызов метод for each в коллекции y. Вот такой синтаксис это, что мы применяем к
тоже есть стандартная функция бюллетей, которая видна из контекста. А в помощи у меня форевич. Ну, от меня сигнал, это когда мы просто каждой функции, каждому элементу коллекции определяем какую-то функцию. И например, он коллекция. Зачем это нужно? Ну, к примеру, можно в список реализовать вычисления. Например, в каждой коллекции есть корреляционное вычисление, да? И, например, можно в фабрической форме можно физически выполняться некоторых параллелей. Вообще без таких усилий с взаимодействием. Выражением за функции я рассказывал, они более-менее повторения. Да? Ну и вот тут у нас теперь вы представьте себе, что это есть фонд right, а не фонд left. И что это такое за функция? Она принимает нас под, с одной стороны, коллекцию отросленную функцию и как бы сворачивает коллекцию справа или слева. Именно берет какой-то первый элемент, да, то применяет функцию первый элемент и результата под right доставки. И так мы проходим до всего, проходим по всей коллекции сворачиваем. Соответственно, это будет просто сумма чисел этой единицы до старт, то есть это будет 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 и так далее. Еще одна, ну, сам я существую с фотошеством, поэтому это последняя вещь, которая называется, которая нас все остальное полюбит. Это паттерн-матч или Spencer-Rossov. Это матч здесь называется ML-Style, вот, потому что есть такой язык, знакомый. Вот. Это матч по гиалер свитч, да? То есть X-матч, а потом X, паттерн-матч, паттерн-матч, паттерн-матч. Ну, все можно так использовать, но основная... использовать оператора в следующем. Мы в этом матчинге, вот здесь, можем играть переменные, которые эти матчинги будут оставляться автоматически с правочастями. Это очень удобно. Например, вот пример. У нас играет выражение, которое реалистичная точка. И мы можем составить свое выражение. В их связь забанить с этим целую и письменную часть и вывести их вот тут. Либо мы можем вот здесь забанить микс. А вот это вот, черная, это часть штука. Сейчас вот это там это мне вот на латвице дал. Мы можем это сделать, а вот это же выражение у нас оставит нам, так как вообще нет никакого выражения, да, то оно просто нам будет списать сходу. Также, если мы помним начале, кто работал с ORM, то все помнят, там есть такие почвы. Play World Java Objects. Вот, либо RigDown. Вот в Scala есть очень похожий сантайм, там GaseClass. Что GaseClass, или может быть, с другой стороны, я не знаю, с корейским данным. Это класс, который обычно держит у себя просто значение, вот, например, там, string, да? И эти GaseClassы можно использовать в GaseClassе с списком матчей. Ну, например, что если мы, если V у нас находится текстом, то при матчике, даже с управления с этим мостом, при собственной и властной у нас забанятся, соответственно, значения собственной и властной. Ну, на самом деле, кейс-класс это немножко больше, чем кейс, да? Чем отличаются? Они уже со стабильно, они сравниваются по значению, а не по адресу. То есть, TransGVM, можно сказать, что это переписано делалось и пошкодилось. Также для них генерируется несколько полевых методов. Именно мы рассказываем, что
абсолютно смотреть кусты. Мы печатаем сейчас кусточку вместо собака копии и оклад такое. И по глазам мы знаем почти все. И связь вообще простой, да? Вот. И хвалил. Это просто синедон. В стали нет вообще физических методов, и поэтому вместо этого обычно рядом с классом определяется объект и время, который называется спазмами, который называется классом, и в каком-то элемент, который тело выглядит. И здесь объект мой класс указывает на жизнь на этого. То есть получается такой заранее известный синдром. Если мы уже в завершении, я спустя по телевизору, мы скажем, что у Брайана там может быть определенное значение, и если совсем не представить, вам Брайана по имени. А именно, вот, пусть у нас есть такое определение, кто-нибудь может сказать, какое значит. Какой большой слайм у понятно, том, да? А second name, last name, Смит. Да, Смит. Почему? Вот другой пример образа, что у нас есть переменная с дефолтным значением, и если у нас дефолтное значение, если у нас здесь не указано, то принимается дефолтное значение, и мы здесь. Ну и, наконец, передача параметров. Есть два режима передачи параметров. Обычная и поизменная. Обычная, вот от Java нет абсолютно никаких отличий. То есть это просто будет не. А по имени это интересно. Разница в том, что при передаче аргумента по имени аргумент вычисляется не перед вызовом функции, а при первом вращении, при обращении функции. Ну, тут название по имени просто потому, что исторически такую фичу ввели в Valvolux 8, и для всех проектировщиков компиляторов был вызов, как это реализовать. Поэтому передача по имени очень известна. А сейчас ее назвали передачи через функцию и через мука, потому что фактически это функция, которая она вычисляет этот дорожок. Давайте посмотрим, как она работает. Зачем мне нужно? Вот. Здесь мы видим функцию point, подается prime condition по значению, и сухой функция по имени. Да? Вот так это передача со значением, да, вот, то будет, то мы будем интерпретировать отображение только когда мы сможем, только когда мы будем обращаться к этому функцию. Да? Поэтому если у нас трое, то мы придем только и второе, то у нас будет учетно только единица. А двое константин. Соответственно, так мы можем эмулировать методами структуры данных и функции. Это такой очень интересный вещь, которая приводит к тому, что нужно делать свои данные. Скажем, ну вот пример, когда я рассказывал про синтез, я говорил, что мы знаем, что в в Java есть еще операторы break и continue, да? Вот. Скажем, они реализованы сразу для тех. То есть, когда там каждый break и continue замечается в руках, значит, для тех. Почему нет? Какая вот это вызывает, например, для которого можно вызвать break? И, ну, за кадром новых exception, которые на самом деле здесь слой и будет заполняться. Но так как вот это все вылагает в пользу, да?
это свет, получается, что мы можем эмулировать функции штуки. Вот. Теперь вспомним прошлую лекцию Катанчик Ляки. Он там говорил о микросилании водорода. И пробуем как бы то же самое проинтерпретировать на скале, а именно как бы мы на скале решили задачу, какие бы наиболее эффективные способы были. И тут есть два наиболее эффективных способа. Это CPS и акторы. Есть какой-то оператор входа выводов. И операционная система у нас умеет что? Она умеет одновременно послушать несколько этого водоворота и нам потом сказать. Да? А нам в ходе хочется обращаться вот к этой точке одной операционной системы вот, из разных мест, считая этого водоворота, так что когда мы ковырялись, да, у нас время просто останавливалось и вызывалось бы зарезка системы. Вот. И при этом другие процессы, которые читают ответственные вызовы, тоже могли выполняться. Как это сделать? Мы представим себе, что когда разрезать вот эту вот функцию, да, на ней нет проблемных частей, вот. Мы это рисовали, да? Мы бы придумали какую-то структуру, которая бы делала бы на предыдущих работу, а возвращала бы операцию и указатель на следующую точку работы. Ну вот как здесь, да? Вот. Таким образом мы могли бы переписать наш код секретный. Вот функции функции. У нас первая функция делает первое, да, потом возвращает 3 и указатель на следующий кусочек, делает вторую вещь, возвращает 2 и так далее по цепочке. Это вот преобразование называется путеняющим преобразованием. Почему здесь? Потому что мы замыкаем, да, потому что вот мы здесь вот, все вот это вот замыкаем, да, и оставляем все. Возвращаем как результат. Просто каждая функция у нас делает тысячу работы, и мы можем в ходе мультиплекса написать нечто следующее. Хранить для каждого файла дискрета на блоке замыкания. И вот мы их прочитали. И для каждого замыкания мы можем. Если мы ничего не нашли, ничего не делать, нашли, то мы можем вызвать голосу, да, вот, и операцию выполнить, это остаток, который у нас есть, обратно положить в нашу map замыкание, чтобы выполнить следующее. Как ни странно, если мы читаем программу на Java, то очень много сервисов написано в курсе. На скале есть возможность написать буквально это более элегантно, а именно мы используем обратное MRS решать следующим для MRS значения. Что делает оператор Swift? Он схватывает вот все как бы блок кода от начала до конца блока теста вот, с переменной конт и вызывает и выполняет свою операцию над этой конт. Соответственно, получается, что мы можем заменить Swift, что можно заменить как бы блокирующие вызовы на вызове с замыканием, вот, да, просто преобразованием программы, которая нам сделает операцию. Ну, естественно, что Swift может сказать в библиотеке. И это один из способов, да, как подобные проблемы решаются с колонией. Второй способ, который мы
кому интересно, это фактура. Субфактура или так называемая large registry. Ну, обычно, когда мы говорим о сменах, это то, когда мы имеем в виду, есть три типа подобных. Есть тяжелые среды, да? Вот, где у нас каждая среда соответствует каждому подпроводу системы. Это такие следы были в первых версиях CentaCase. Потом появились зеленые среды, в котором каждому потоку соответствует система, соответствует несколько сред, да? Вот, а дисплач делает себе деньги. И, наконец, реализация — это M в N, когда у нас есть какое-то количество kernel threads, которые есть система, и какое-то количество user threads, которые управляются диспетчером. И мы имеем отношение, когда одно kernel thread, там где-то 20-30 threads. Да? Вот это вот он такой механизм появляет еще одно измерение. То есть для начинается нормально 100 000 актов, да, то есть это много, да, а вот за одной запускаем актов, значит нужно у нас было 100 000 актов. То есть вообще как интерфейсный подход. Который на самом деле не имеет своего среда, он не понятно все пуля. Вот. И что это такое? Это вот некоторая постфункциональность. Какое-то событие, да? Вот, которое выполняется, вызывается, когда как-то пришло какое-то событие. Вот, и события между актами дается кастрюля. Ну, к примеру, вот, там, вот тут мы писали о том, что мы даем массивный сервер. И он номер 1 игры ничего, а номер 2 посылает ответчику вопрос. Какой-то ответ. Как можно послать эту операцию? Есть две основные операции. Первое — рассказать. Или, как рассказывается, как обычно, рассказать информацию. Вот это вопрос. Мы послали с этим какой-то сочинение актов и забыли про него. И дальше время работает. Это, как сказать, раз то, что есть Ирландия. Второе — ask. Это extended loop future. Означается тремя знаками. Мы помним, что встали, помним, что вот, да? Вот. И что он делает? Он возвращает такой специальный объект future, будущее. Что можно сделать в будущем? Будущее три. То есть дать добавить значение. Вот. Можно его спросить, готовы ли в это время. Вот. Или можно спросить его. У нас некоторый код, когда у нас пройдет тайм-аут, либо когда мы получим здесь значение вот, нашего лампы. Есть несколько тех для скалы, которые немножко разные. Тут есть просто статок по ноль. Там две тех, может быть, немного кто называется, но в принципе оно все то же самое. И как мы могли бы в этом случае вызывать индексированных ВДВ? Мы могли бы просто, вот наш известный код, образовать набор асинхронных вызовов, да? То есть мы получили для места ряд, мы выставили о том, что дайте мне фьючерное зачтение, да? Если вот этот get, то мы получили блокировку, как и надо, да? Здесь тоже мы можем послать сообщение, даже не думая о результате. Да, как он оформляет. Здесь опять получили без месседж. И как бы мы работали, чтобы начать с мультиплексами, мы подорвали точно такую же поток данных на сад-сред, как в первом случае. Вот. Только все, что она делала, она бы держала readers и writers в принципе данных. И в случае с замыканиями мы возвращали замыкание и выполняли. Вот. А здесь мы просто при чтении
если он себе говорит, получаем мир, отсылаем ему сообщение. Ну, о том, что мы сюда прочитали, как операцию. Вот когда мы посылаем это сообщение, то соответствующий, то вот это вот FAF, получает чип комплекта, вот, и FAF чип комплекта заблокируется. А сам оператор, как бы, говорил очень просто о том, что он просто бы академически добавляли бы в readers и writers автор тут админ. Тут я еще админ, я не хотел вас детали, да, а просто хотел сказать, то есть поэтому обычно у нас есть такая стендбэкинг, как сказать, лакшономер, которая предоставляет нам возможность работать с объектами типа контакта. И атомик — это тоже как раз обычно функция библиотеки, вот, такая, что внутри нее мы можем рассчитывать, что цифры будут атомарные. Ну, наверное, это все. Ну, я сам за кадром оставил схему типов, за кадром оставил импульс, за кадром оставил как бы очень много, да? Вот, потому что моя цель была видно показать как это, дать такое первое представление вот, о спальне и показать, чем она может интересна именно в плане системного программирования. Вот. И но сказать о том, что Scala дает нам такой баланс возможностей и всяких приемов, что сейчас как бы, она уже вошла в тот фонд программной инженерии, которого не знать невозможно. Ну и то есть так как нельзя там не то, что прав, или там не считать как Достоевского, да, вот так вот считаться, в принципе, если программа инженерия, то нельзя не рассказывать. Соответственно, есть очень много платформ и очень хорошая Twitter и Stack Overflow tutorial, которые построены на практике, то есть мы можем просто взять тыку, вот, да, и прочитать этот тюториал, выставить вас в списке и где-то все. Также есть курсы пользователей Scala в Украине, есть вот, и присутствующие Scala. Мы иногда устраиваем какие-то мероприятия,